много дел на школе ждет, и уроков много. Всех нас к знанию приведет школьная дорога. Во второй школе первый звонок прозвучал для 132 ребят. В этом году учебное заведение набрало 5 первых классов. Вторая школа – одна из старейших в областном центре. Учебное заведение славится сильным педагогическим составом, успехами в учебной деятельности. А еще знаменитыми выпускниками, в их числе герой Советского Союза Иван Жуков. Его именем и названа вторая школа. А на фасаде учебного заведения во всю стену изображен портрет легендарного летчика-испытателя. Это граффити нарисовали несколько месяцев назад в рамках реализации патриотического проекта Молодежной Думы. Дорогие дети, учитесь в замечательной школе, школе номер 2. Вашей школе исполнилось уже более 100 лет. Мне хочется от всей души пожелать всем вам, в первую очередь, здоровья, конечно, отличного настроения, чтобы всегда вашими спутниками в школе были только четверки и, естественно, пятерки. С праздником! К слову, этот учебный год будет знаковым для учреждения. Педагоги и ученики, их родители здесь приступают к созданию идеальной современной школы. Это новый проект образовательного учреждения. Его суть – изменить к лучшему учебный процесс, улучшить качество образования и создать в стенах школы более комфортные условия для получения знаний. У каждого человека свой образ идеальной школы. Учеников – это, наверное, веселые, занятные уроки. Для родителей самое главное – это безопасность и понимание своего ребенка. Для педагогов – это современные технологии. И вот наша задача – совместить все эти представления и создать модель новой современной идеальной школы. Всего в этом учебном году во второй Владимирской школе за парты сели 947 ребят. В общеобразовательном учреждении говорят о рекордном количестве учащихся за последние несколько лет. Но для школы это не проблема. Для получения знаний мест здесь хватает всем.